проголосуем. Кто за то, чтобы принять за основу вот данный проект обращения, прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против? Воздержались? На прошлой неделе состоялась сессия Совета депутатов Тихвинского района. В ее работе принимали участие депутаты Шугозерского, Борского, Ганьковского и других городских поселений. В число вопросов, которые выносились на обсуждение, входили вопросы совершенствования в системе образования. Мероприятия в реорганизации сети образовательных учреждений проводились еще в 2011 году. В ходе изменений было объединено 6 детских садов и произошло присоединение школы номер 3 к 4 школе с целью организации бюджетных расходов. Дети же на себе никаких неудобств не ощутили. Также депутатами был затронут вопрос о расходных обязательствах в области здравоохранения. Было отмечено обеспечение медицинской помощи населению в соответствии с территориальной программой «Государственная гарантия». Второе. Обеспечение организации оказания медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии с переданными полномочиями Ленинградской области в сфере охраны здоровья граждан. Не остался без внимания и вопрос о создании благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения. Предметом внимания стало положение и о бюджете муниципального образования. Около 3 миллионов рублей затрачено на обеспечение равной доступности граждан для льготного проезда. Очередная состоявшаяся сессия депутатов была направлена на улучшение качества жизни граждан. Ставя перед собой очередные задачи, администрация не стоит на месте, а работает над их решением. Елена Павлова, Руслан Блохин, Пикалевское кабельное телевидение.